Салоны красоты «Аида» открылись в 1994 году. Был открыт первый салон. Руководство салонов считает, что прежде чем открывать новые салоны, надо реконструировать старые. Поэтому большое внимание уделяется, помимо ремонтных работ, реконструкции салонов, уделяется большое внимание, конечно же, технологиям. Топ-салоны красоты «Аида» всегда работают на самых последних и новейших технологиях. Безусловно, для облегчения работы мастеров, работы технического персонала закупаются самые последние технологии и для уборки. Таким образом, в салоне была во время реконструкции установлена система VacuFlow. Это последнее поколение пылесосов. Наверное, вы обратили внимание, что возле каждого рабочего места мастера есть небольшая щель и клавиша, при помощи которой начинает работать пылесос возле рабочего места. Парикмахер, который отработал с клиентом, легко и просто убирает, для этого не нужно держать штат уборщиц, легко и просто справляется с волосами, пододвигает их веничком аккуратно и нажимает клавишу, волосы засасываются пылесосом. Вечернюю уборку в салоне не осуществляют тоже при помощи все того же пылесоса, что, собственно, очень удобно. При помощи длинного шланга, который перемещается по всему салону, чистятся ковры, убирается пол. Опять же, можно было обратить внимание на то, что в салоне очень красивый пол, выложена плитка, она такая неровная, ребристая, и волосы, казалось бы, могут оставаться на таком полу. Но, тем не менее, вот такой пылесос, он помогает справляться с проблемой. То есть очень легко убирается и такой даже пол. У пыли и грязи шансов нет, безусловно, и вот салоны, помимо того, что они у нас такие красивые, они, безусловно, еще и очень чистые, стерильные всегда, на протяжении всего рабочего дня. Все это благодаря встроенной системе уборки VacuFlow. Мы с удовольствием присоединяемся с поздравлениями к этому бренду, к торговой марке VacuFlow. Желаем удачи и процветания на нашем российском рынке.